Здравствуйте. Сегодня мой сын открывает холодильник и с ужасом говорит: «Мама, что это? Почему такой запах?» Я говорю: «Ну ты ближе понюхай ее». До сих пор приходит чувство. Смотрите, какая красота. Он вчера принес гриб-веселку. Это пролежал он в холодильнике. Это было такое яйцо. Ночь. И вот эта красота, она имеет такой запах. Надо сейчас в какой-то пакетик и в мусорное ведро. Это называется гриб-веселка, гриб-панна еще. И там еще какие-то назвы этого гриба есть. Ну, самое интересное, как он умудрился прорасти за ночь. Да еще в холодильнике. Да и в холодильнике. Маленькое было такое. Ну, выживают как могут. Но этот гриб очень полезен. Конечно, уже когда он выстрелил, то его, как правило, уже только настаивают на водке, и уже тогда он идет как натирание суставы и прочее. Хотя я считаю, что настаивать что-нибудь для того, чтобы натирать суставы там или что еще, что-то, это глупость. Возьмите водку, да просто напейте, не морочите себе голову. Весь процесс улучшение – это просто согревательный. Нагрела, и боль немножко ушла. А так, когда еще не выстрелит, то можно так есть в виде салата. И очень этот гриб полезен. При онкологии его та же самая. Он имеет те же самые знаменитые японские грибы свойства, то есть противовоспалительные, противомикробные и прочее. Вот такая у нас красота выросла за ночь в холодильнике. До свидания, подписывайтесь. Ставьте палец вверх, нажмите, муж говорит. Нажмите. Да...